Сегодня день в Иркутске выдается, точнее, по-настоящему судейским. В коллегии вот с ответственными представителями проводим. Что там? V8 UZ едет. Все, смотрим. Но, к сожалению, это ноль. Фиксируем в протоколе. Едем дальше. Обстановка по кайфу. Сегодня танцуем. Но мы сегодня не танцуем, мы сегодня судим. Очень интересная, техничная, сложная трасса. Все решается на постановке. Она очень сложная. Потом две перекладки. Смотрим как раз. Сторисов сегодня не было и не могло быть. Во-первых, очень сложная квалификация, которая совсем не говорила о том, что с самого начала топ-32, с самого первого заезда пацаны начнут так месить. Просто каждый заезд был практически достоин финала. Очень, очень достойно. Уровень. Ну и, короче говоря, просто пришлось сильно поработать, поэтому... Сторисов не было. Да и вообще, наверное, на таких мероприятиях пробовать снимать сторисы практически нереально. Зато мы закончили все до темна. Успели с вами со всеми сфоткаться. Спасибо, что вас было столько много. Карточки все закончились. Но я счастлив. Спасибо, Иркутск. Спасибо всем. Это было круто. Несмотря на то, что в Иркутске уже 4 часа утра, самолет в районе 10, и надо бы поспать, но нет. Потому что сейчас как раз то самое время, когда можно поработать, ответить вам в директе и согласовать моменты по работе и так далее. Но я считаю, что вот сейчас главный момент, то, что мы ускорились по срокам и... На моем YouTube-канале видео с Иркутска, первая серия, выйдет уже завтра, я думаю, в районе обеда. Вот. Это очень серьезный шаг для меня. И я думаю, что вам понравится то, что мы совместно с моей командой делаем. Так что не пропусти.